Есть такие мальчики. Очки. Скоро 10 лет Сережи. Диме нет еще 6. Дима все никак не может до Сережи дорасти. Бедный Дима. Он моложе. Он завидует Сереже. Брату все разрешено. Он в 4-м классе. Может он ходить в кино, брать билеты в кассе. У него в портфеле ножик, на груди горят значки. А теперь еще Сереже доктор выписал очки. Нет, ребята, это слишком. Он в очках явился вдруг. Во дворе сказал мальчишкам: я ужасно близорук. И наутро вот что было. Бедный Дима вдруг ослеп. На окне лежало мыло. Он сказал, что это хлеб. Со стола он сдернул скатерть, налетел на стул спиной и спросил про тетю Катю: это ж Кат передо мной. Ничего не видит Дима. Стул берет, садится мимо и кричит: я близорукий, мне к врачу необходимо. Я хочу идти к врачу, я очки носить хочу. Не волнуйся и не плачь, говорит больному врач. Надевает он халат, вынимает шоколад. Не успел сказать ни слова, раздается крик больного: шоколада мне не надо, я не вижу шоколада. Доктор смотрит на больного, говорит ему сурово: мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки. Вот шагает Дима к дому. Он остался в дурачках. Не завидуйте другому, даже если он в очках.